Идиоты! Да как вы так могли? Психи! Бестолочи! А у меня там дела? Стоять! Какое небо голубое! Ты этого часть серьезно, что ли? Ага. Кстати, Сашенька, моя дорогая тёсочка, а где эта самая? Нирка-то где? А, она, знаешь, она того умерла. Я все слышу, скотина тупая. Ой, я мне сейчас будет конец, а я, наверное, пойду, наверное. У меня там дела много. Мирка, скажи честно, она пьяная, что ли? Да? Ту-ту-ту-ту! Да черт там ее знает, да? Она меня заживо уже похоронила, мать мою за ногу, да она меня заживо хочет похоронить, да я ее, мразь, такую подлюку, я ее такую убью. Ладно, ребят, уже поздно, нам надо с Аидой, ну, я Аида, ну, да, точно. Нам надо с Аидой Фла-Лайф, боже мой, это у нее трудная фамилия, это ужас-то какой. Короче, нам просто надо идти домой, у нас завтра школа, и, наверное, нас переводят в новую школу. Ну, в общем, вы поняли, пока. Да, точно, новая школа, блин, не хочу туда. Ужас, как нифига. Ладно, ребятушки, пока. Блин, новая школа. Капец какой. Ну, хотя бы радует то, что Аида со мной, и Тирис со мной, и Александра, и Мир товарищ со мной. Ой. Наконец-то, блин, тут там дождь идет. Дома, наконец-то, без дождя. Это спустя несколько часов. А можно так сказать, уже утро и пора идти в новую школу. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, подъем! Стою я. Долбан, будь ему. Чё орать-то так? Послушай, ты орёшь. Не тише. А я с этим согласна. Я уже давно встала и как бы уже готова вам завтрак сделала. Вас во сне заплела. Короче, всё готово. Одевайтесь и выходим. Да ещё, блин, спустя минут так 36. Где-то так вам этот церемонно одеваться? Это я всё равно одену. Ой, а одевай-ка ты знаешь... Одевай-ка, что хочешь. Мне чисто пофиг, я пойду так. Стоять, Тири, ты что, с нами не идешь? Ты что, сумасшедшая? Конечно, нет. Я уже отучилась твое. Мне как бы уже 4527 лет. По понятиям мне уже 27. Ну, думаю, мне в этой новой школе довольно-таки и понравится. На уроке... Итак, дети мои, великие мои, ничтожные жалкие дети, сегодня я буду вас преподавать урок, точнее я ваш есть учитель по... О, истории. Surprise, motherfucker! Вот это поворот! Вот это поворот. И я еще директор этой школы.
Так что сейчас на место урока я буду обсуждать то, какие у вас сейчас есть недостатки в одежде. Лошад. Итак, начну-ка я с... Педоверия. Одета нормально. Тоже одета. Твоя очередь, грешное существо, Идали. Кто я? Я вообще ничего не делала, правда? Ужасно одета, где твой бантик? И почему это браслет? Почему такой? Почему нет галстука, а? Да ладно! Не разговаривай так с директором! Можно выйти? Да, конечно. А ты беги домой и переодевайся. Наконец-то я тебя нашел. Наконец-то. Мы будем очень рады принять тебя. Даже украсть тебя. Пошли со мной. Хей, никуда! Хей, убрал руки! Что это? Что происходит? Живо поставь меня! Да вообще, кто ты такой, чтобы уметь правильно... Да за что? Спустя все уроки, все 7 долгих, длинных, скучных уроков. Аида! Лалай, ты где? Ну не может же, блин, она все 7 уроков на горшке сидеть. Отзовись, прошу! Аида, где ты?